Каждый год в преддверии нового учебного года жители Люберец радуют открытием новых образовательных учреждений. Это стало доброй традицией. В микрорайоне «Самолет» на улице Камова появился еще один детский сад. Подробности далее. В новых группах собрана мебель и бережно расставлены на полках игрушки. Они ждут своих хозяев, пока те дают концерт в честь открытия детского сада. Трехэтажное здание площадью 4500 квадратов рассчитано на одновременное пребывание 15 групп, а это ни много ни мало 360 человек. Район новый, красивый, развивается активно. И уже есть и садики, и школы, и поликлинику недавно открывали. Ряд объектов, которые еще только предстоит реализовать. Но то, что сегодня родители, молодые семьи дождались этого объекта, куда можно направить ребенка, где он будет в течение дня проходить всю подготовку, о нем будут заботиться педагоги, где он будет получать первые такие шаги образования. Это очень здорово, когда это еще расположено все рядом с домом. На территории детского сада две физкультурные площадки, 15 индивидуальных для прогулок с игровым оборудованием и навесами. Перед главным входом в здание пространство для торжественных мероприятий. Мы действительно один из самых быстро развивающихся территории Московской области. И программа губернатора «Наше Подмосковье и образование» – это, наверное, самое приоритетное, то, что нужно людям. На каждом этаже расположено по 5 групп со своим буфетом, спальнями, раздевалками и туалетами. Для дополнительных занятий – музыкальные и физкультурные залы. Есть кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок. Новый детский сад на улице Камова стал структурным подразделением инженерно-технологического лицея. Луиза Эгги Азарян, Ирина Иванова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.